Мастер, если твой игрок-новичок выбрал полуорка, убей его. Обычно новые игроки выбирают расу своего персонажа просто по личным предпочтениям. И полуорк — это довольно частый выбор среди новичков. У полуорков есть крутая способность, она называется непоколебимая стойкость. Она позволяет полуорку, если его здоровье опустилось до нуля, вернуться с одним хитпоинтом. И, конечно, вы можете просто заботливо предупредить вашего игрока о том, что у него есть такая способность. Или вы можете подарить своему игроку опыт реальной потери своего героя, а потом возвращение к жизни. Пишите, что думаете про такую практику в комментариях, и добавляйтесь в наше сообщество «Убежище Петра», где есть много полезных файлов для любителей подземелий и драконов.